Ставь лайк и обязательно подписывайся на канал, чтобы красная кнопочка стала серой. Комментарий оставшийся перед лайком попадает на следующее видео. Ну а это впереди прошлого видео. Поздравляю вас. Короче говоря, моя мама звезда. Мама сидела на кухне и отдыхала. Все дела не делала, пропыли усвозила. Мы не выделила, посуду мою. Какая молодец. И тут она услышала, как Настя с кем-то разговаривает. Мама побежала к двери и прислонила стакан. Мама побежала на кухню, взяла тарелку и ворвалась в комнату. Мама, ты что так ругаешься? Я не просеюсь. Мама протирает пыль и поглядывает на меня. Я положила телефон и вышла из комнаты. Мама оглядывается, осторожно побежала к телефону. Стала нажимать на разные кнопки. Сейчас опорожена. Я зашла в комнату. Я не поняла, чувствовала тоже что-нибудь. Ну, конечно. Мама вышла из комнаты. Раздался звонок по телефону. Мама начала подслушивать. Алло, привет, пошли гуляем. Да, хорошо, я скоро выйду. Мама на цыпочках убежала к двери. Мама, я сейчас иду дорога. Мы хватка снимаем друг друга, я иду. Мама задумалась, а я ушла. Это что вы мне сейчас сказали? Майка, собака что ли? Не надо, но ты еще что-то равно собака притащила. Я не слышала. Мама посмотрела на кошку. Я тебя где-то слышала. Ну, а я про то же. Я встретилась на улице с Юрой, и мы с ним сняли пару клипов в лайк. Мы пришли с Юрой домой. Как у тебя сладкий? А ты мне это случайно не задел? А то он сливал, не добавил. Мама странно начала ходить кругами и всматриваться. Мама, что случилось? Настя, скажи мне честно. Ты случайно сама мой не купила? Что? Нет. Кстати, мы знакомимся, это не дурак. Ну, здрасте. Мы с ним лайком познакомились. Мама занервничала. Мы прошли в комнату. Чёрт, что за лайк такая? Ладно, что ты всё тут там? Ну-ка, расскажи мне. Будем действовать по старинке. Эй, Лиза, что такое лайк? Приложение для создания интересных видеороликов за счет своей лаконичности и удобства. Оно быстро набрало известность сначала в странах России, а затем в Европе и Америке. Вау, круто! Ну, нифига себе, я так отстала от жизни. Мы с Юрой стали редактировать и выкладывать свои видосики. Закончились. Здесь можно использовать различные маски, а также эффекты. Вау! Ребята, вы зарегистрированы в лайке? Обязательно регистрируйтесь. Ссылочка пойдет в описании. И не забывайте подписываться на меня. Будем снимать вместе. Мама зарегистрировалась в приложении и тоже стала снимать. На следующий день я пришла со школы. Мама снимала видео. Слушай, мама, что у нас там получилось? А я это знаю. В смысле? Ну ты видишь, что я не люблю лайк снимать. Я разозлилась и пошла к себе в комнату. Привет, Филипп. Что делать, если очень сильно хочется кушать? Сейчас пойду. Что ты споешь, дура? Мама, я хоть ночью снимает видео. Лайк. Звучит вкусно. Ты чего не знаешь, я на совет нормально, да? Не может. Я вздохнула и пошла в магазин. Через полчаса я приготовила себе обед и стала кушать. Пошла мама. Настя, а у тебя лишь ничего нет? Нет. Откуда? Все пусто. Сижу кусочек еще. А ты чего здесь? Мама сказала, что проголодалась и решила сделать перерыв. Присоединившись ко мне, она пообедала. Ох, ладно, спасибо. Я, короче, побежала. Спустя 2 месяца я пришла со школы. Мама, нет, у тебя уж не кинет. Уже все уши прошушали. Ну, я ведь помню про личность, так сказать. Мама сказала, что у нее сходка лайкеров завтра, и ей надо готовиться. Мама, покушать что есть вообще? Надо, я у него сама приходила. Ты не хочешь сама работать? Все, кому? Я спросила, кто это, и мама сказала, что это наша домработница. Она ее наняла, чтобы не отвлекаться от съемок, и что помимо популярности она еще неплохо стала зарабатывать. Да, судя по домработнице, все понятно. Короче говоря, моя мама звезда. Ну, я надеюсь, вам понравился этот видосик, и вам обязательно оцените его лайком и подпиской на мой канал. Подписывайтесь, принимаю участие. Да, подписывайтесь на мой канал, внизу. До встречи в соцсетях, друзья! Пока!